Кристофер Малтисанти. Кристофер? А что с ним? Он и его маленький дружок. Они плюнули мне в лицо и спрятались за Тони. Тони всегда любил Кристофера как сына. И я тоже, Джуниор. Как-то раз он мне даже зимние рамы поставил новые. Хорошо. Но мне-то как быть? Позволить ему и этому пацану Филоне ссать мне в уши? И сколько мне терпеть, прежде чем всыпать твоему нетерпеливому сынку? Наверное, с Кристофером можно серьезно поговорить. Сам понимаешь. А что до этого Филоне? Я даже не знаю.